Всем привет, это Ирина Воскресенская. Ко мне пришли две посылки, сумка и платок. И хочу поделиться с вами своими новыми покупками. Сначала давайте посмотрим вот такую яркую винтажную сумку. Заказала ее на лето. Что мне понравилось, это кожа, натуральная кожа. Тут такой ярлычок приложен, с какой кожи сделана эта сумка. Что мне понравилось в ней, что, во-первых, она, с одной стороны, довольно вместительная, с другой стороны, не очень громоздкая. И здесь посмотрите, сколько цветов. Ну, во-первых, это ярко. Будет сочетаться со многими моими нарядами летними. Сумка достаточно вместительная. Спокойно туда контейнер с едой будет убираться. Есть ремешок, но, по правде сказать, ремешки я никогда не использую. А вот смотрите, видите, настолько она вместительная. Здесь есть карман с молнией и маленькие такие отделения. Телефон, конечно, сейчас такие отделения не убираются, но какую-то мелочь можно туда положить. Вот, и еще кармашек есть на молнии сбоку для каких-нибудь документов. В общем, сумка мне понравилась. Именно такой я ее представляла, она такая и пришла. Отличная сумочка. Следующее, что посмотрим, это платок. Во-первых, я когда открыла, думаю, ой, какие ароматы. Это, по-моему, лаванда. Такой вот, такое сердечко. Все вот так, видите, красиво запаковано. Платок этот я себе вообще, конечно, на Пасху заказывала новый платок. Ну, отдельно, когда можно будет посещать храмы. Так, это дизайнерский платок. Вот такой вот платок. Очень шикарный. Вот, посмотрите. Он хоть объемный, но можно как плечи закрывать, так и просто завязывать. И за счет вот этого кружева он не сползает с головы. И можно просто завязывать будет его. А можно закрывать плечи. То есть он как шаль, его можно завязывать, можно просто так накидывать. Как удобно, в общем, так и повязывать. Очень мне понравилось. Под видео оставлю ссылочки, проходите, смотрите, хотя бы просто посмотреть, потому что на сайте очень много, большое количество сумок. Не обязательно кожаные есть, есть кожезаменители очень хорошего. Я много сумок заказываю на этом сайте и всегда остаюсь довольна. Ссылочку на вот этого мастера тоже оставлю. Для тех, кто, конечно, ходит в храм, вообще это находка. Вот этот мастер. Великолепные платья, юбки, которые в пол длинные, или миди. Вот такие вот шьет она. Посмотрите, хотя бы просто посмотрите, потому что это очень красиво. Ну что, все, пока-пока. Показала вам две свои покупки. Осталась ими очень довольна. Еще раз скажу, все ссылочки под видео. Проходите, смотрите, любуйтесь. А с вами была Ирина Воскресенская. Скоро увидимся. Всем пока-пока.